Аким города Бакытжан Орынбеков поздравил женщин, граждан Центра предоставления специальных социальных услуг номер 1 с наступающим Международным женским днем. Кроме того, в честь праздника была организована концертная программа «Асылажи». Сегодня особый день. Первые дни весны я специально приехал к вам, к нашим мамам, бабушкам, поздравить вас с наступающим Международным женским днем, с праздником. Хочу вам пожелать, конечно, в первую очередь, крепкого здоровья. И, конечно, чтобы вы всегда улыбались, всегда были такие красивые,